Всем привет, с вами я, Никита. Сегодня буду играть в Geometry Dash. Вот. Заходим. Сейчас буду играть в тот уровень новый. Ой. Я думал, даже будет лучше. Будет то мне не сюда туда ушло пытать. Короче, вчера пошел вот этот очень сложный уровень и появился вот этот. Сейчас посмотрю, что это за уровень. Не знаю, получится у меня его пройти или нет. Давайте посмотрим. Так, ага. Так, что могу сейчас сказать? Уровень довольно красивый. Хорошо, я понял. Черт. Надо, короче, зажать, потом отпустить, потом зажать. Ну, не сложно. Черт. Не сразу два клика делать, а попозже. Один клик, потом второй. Меньше тут сделаю. Ух, ё-моё, нафига я вообще нажал? Там, по идее, я мог вообще нифига не делать. Ну, на всякий случай. Почему нет? Хватит, тут, короче, стрелка, я, походу, будет часто забывать. Это в смысле? Все, надо собраться, поплыл. Немного. Нормально выдвинулся меня, бам. Нормально. Скримерус. Пришибли. Ай-яй-яй. Че я натворил? Оу, what the fuck? А я как будто бы знал, что еще произойдет. Вот вы знаете, что произойдет лично, я не знал. Что еще был должен делать? Я, конечно, понял, что надо было идти в практику, но все же. Все. Я собрался.
Тут много запоминать, походу, надо будет. Ё-моё, я уже все забыл. Да в смысле так быстро началось? Ладно, я думал там попозже. Серьезно. О, серьезно? Серьезно? Реакция. О, серьезно. Серьезный. Блин. Ты не вообще сдох, конечно. Но я не понял вообще. Типа я залетел в портал, но не совсем, не до конца. Частично. А надо было как-то полностью. Я забыл нажать, я думал, он саму. Не знаю, почему я так думаю. Потому что поплыл. Забывал. Все, легкий, кстати, уровень, в принципе, до 73% легкий. Мне это очень нравится. Я думал, сложно будет. Конечно, да, он прошлый очень мне фок поверг. И тем не менее. Чоу. Я еще профигел от жизни. Че было? Нормально. Самоубийство. Ну, было самоубийство. Другому не скажешь. Да блин, не успел. Я знаю, что меня ТикТок забанил. Там было столько же видео, считай, сколько и в Ютубе. Только в Ютубе я дольше, чем в ТикТоке. Там было столько классных видео. Они даже не сохранились. Да серьезно? И вот самое главное, что там хотя бы видео бы сохранили. Но нет. Поэтому ТикТоки теперь ненавижу. Ничего, я надеюсь, скоро все про ТикТок забудут. Потому что, ну... Это не как, допустим, YouTube. Логично. Я не знаю, что будет происходить от конец. А, тогда ладно. Ну, в том, могу сказать, в 100 раз легче, чем тот уровень. Не знаю, вообще самый легкий из House Countlet, хотя это Harder. Лично я бы поставил оценку на Normal или Hard. Капоклизм. Это чудо знакомое. Не катаклизм, а капоклизм. Капоклизм, это чудо знакомое. Это ё-моё, стрёмненько. Ладно.
мразь. Тайминги. Мне страшно. Это что так сложно? А что, в смысле, не такой профессионал? Чё, да и вообще, что-то не профессионал, учитывая, какие есть другие игроки. Чё это? Так... Ё-моё. Ну всё, поотдыхали и хватит. А чё, в смысле? А чё дальше? Короче, я понял, мне надо будет идти в практику, но сейчас я дойду до какого-нибудь сложного момента. Надеюсь, не будет. Надеюсь, я пройду. Да ё-моё. Короче, эту волну надо, я так понял, попрактиковать будет в практике. И вообще посмотреть, что дальше, потому что, ну, мне кажется, дальше хуже. Для кого, а для меня это инсейн уже какой-то. Это, ну реально, что это такое? Забыл нажать. Капоклизм. Хорошо, что я поставил чекпоинт. Так, что тут? Тут тренировать волну надо. Окей, допустим, прошел волну, что дальше? Ага. Ну, кстати, не так сложно. Так это что? Ага, понял. Это чё, ага. Чё перевернулся, не надо, не разрешаю. Так, ладно, пофигу. Так, вот это у нас, и ах ты мразь. Ах ты мразь. Ё-моё. Реально, какой-то блудбав для меня. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Чё, я в стрелку маленькую пролетел? Нифига, как я ещё пролетел. Ай, мать, прикольно. Чё? Я не понимала, что после тарелки что идет. Какая-то непонятная фигня. У меня есть предположение, что это маленькая стрелочка. Ага. А, посмотри, чекпоинт. И еще чекпоинт. Сложненько на тарелке. А, маленькая тарелочка. Хорошо, что дальше? Ага, блин, надо было прыгнуть. Нет. Так, чё? Ага. Потом, ага, потом... Ага, ема. А, чего? Ладно. Ага, мразь. Ненавижу эти... Орбы, на которые не надо кликать. Больше всего я ненавижу типа дофига орбов. И один из орбов предатель, на который не надо кликать. А чё? Вообще не надо на орбы кликать. А ну-ка. Так, смотрим. На, не кликаем. Улетаю. Так, ладно, сейчас там надо будет писать чекпоинт. Вообще не понимаю, пока там. Так, что тут? Не кликать, фигня. Кликну один орб. Куда я улетаю? Кликнуть... А, на второй? Как? Кликну на все орбы. А что эти желтые там обозначают? А чего? Что? Желтый типа надо попадать. Нафиг их вообще сделал? На. Ема. Это я уж точно никогда не пройду. Если пройду, то я офигую. И что делать-то, я не понимаю. То есть мы попадаем сюда. Так вот. Нифига непонятно. Я пытаюсь... Мы здесь делаем вот так вот. Я делаю вот так вот. Дальше мы едем сюда и нажимаем на этот орб. Мы... сюда, на орб. Мы попадаем в итоге вон туда. Сейчас. Нажимаем на этот орб. Мы попадаем вот сюда. Попытаем на джампэд. И вот тут вот два орба. Ага, тайминг. Ё-моё, бешеный тайминг.
Что потом? Потом летающая тарелка. Ух, слышь, как я... Сложно. Чего? Это капстеп? Слышь, а сложно. Что-то вообще пролететь не получается. И не знаешь, просто маленькие тарелки, они какие-то менее управляемые, хоть они и маленькие, полегче должно быть. Полским. Дуалы, мразь. Дуалы. Пошли дуалы, там я уже вижу этих мразей. Ну, если тут все так плохо, то и с дуалами тоже будет все ужасно. Их надо будет тренировать. Так, понял, фигня. Чекпоинт, это получше будет. Да, так... Ой, ой, ты гила. Что это? Ну что это такое? Куда я улетаю? Чё с моими корабликами? Они просто живут свою жизнь. Вот они могут вот тут пролететь дальше. Ох, у них... Но мне надо на что дальше, поэтому... Сори, конечно, но мне надо на что дальше, поэтому... Я пролечу дальше. Ага. А чё так сложно? А чё так сложно? Это инсейн демон какой-то или экстрим. Реально. Это посложнее будет того, что я недавно прошел. Все, я прошел. Конец, нет никаких подлянок, нет, окей. Кстати, ровно 100 попыток. Да, вот это я точно смогу пройти, потому что то я вот даже вот тогда вот прошел, ну так вот практически, я просто понял, что ну, видно, что проходимо. То есть остальные левелы какие-то непонятные. Там я увидел, что ну как бы пострадать, но пройти можно. Это я смотрю и офигеваю. 50% хотя бы я смогу пройти, делать ставки, я думаю, я даже не знаю, 50 на 50, но я говорю 50% смогу. Мне бы хотя бы половину уровня пройти, это уже будет событие для меня. Реально блудбаф какой-то. Или был бас. Я 56% сделал. Он что, короткий? Он лонг. Нифига, как я быстро нафармил. Так ладно. Сундучок открою, может меня успокоит. Сундучок, успокой меня. Сундуки существуют, те времени я. Сундучок, успокой меня. Я чуть не понимаю смысла жизни. Подожди, у меня я хочу кое-что историю сказать. У меня всего сколько ящиков открыто? Сундуков. 26. Я вообще помню, что я полностью вот это вот, тут два сундука открыто, помню, тут все были открыты сундуки. Все вот эти вот 8 сундуков были открыты. А вот тут были все открыты, тут были все открытые. Тут я не помню. Но я вроде тут начинал. И вот тут точно я помню, все было открыто. Вот потом я тут дофига, по-моему, пооткрывал. И сейчас тут опять вот столько. Мне кажется, тут сундуки попадают. Мне уже давно так кажется. Сейчас запомните, 2 тут сундука открыто. Мне все равно... Как вообще все сундуки открыть? Это ж так долго, муторно. Скорее бы я смог вот это открыть. Ладно. Вернемся к нашему блудбафу. Да. Это что-то с чем-то.
О, нет, чё, в смысле, нет. Ненавижу вот такие вот моменты вообще где-либо. И тут этот момент есть. Типа всегда вот в порталы входишь, и там потом подыхаешь. Это прям ненавижу. Прям чувствую себя беспомощным. Фига. Не, ну я думаю, я побью свой рекорд. Но я обязан свой рекорд побить. Это фигня, там я сдохну фигня. Просто приофигел вот тот момент от жизни. Ну и сдох. Так я его потренировал там немного. Помню, обсуждал. В практике. Ой. Капоклизм. Ты мне доставишь проблем. Раз. Надо научиться этот момент, кстати, проходить. Пациента умирать не дело. Почему? Не кликнулось или что? Ну, по идее, не кликнулось. Потом, кстати, на записи здесь не забыл, посмотрю. Что теперь могу. Не, ну я раньше мог, ну, типа, вот эту штуку показывать, типа, клики. Она сама появилась, а я не против абсолютно, я даже рад. Что, почему нет? Самоубийство не выход. Пруф или слит. Блин, я пить хочу. Так, ну стрелку вроде более-менее я уже прохожу. Привык, наверное. Если там больше... Надеюсь, я там фейлиться не буду. Чё? 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 Нифига. Как я умираю. Прикольно явно. Ты мразь. Вот снова твой. Куда? Короче, страдать и буду долго. Мразь. На этот торт надо не сразу нажать, но я не совсем сразу нажимаю. Чуть-чуть попозже. Я уверен, я буду как-нибудь умирать от того, что у меня просто нажимается на оп, или не успеваю нажать, или я просто нажимаю. Почему бы и нет, действительно. Я перед тем, как залететь в портал, я еще раз один раз кликнул. И это как-то повлияло, и я сдох. Я понял, вроде повлияло. То есть вот как, сколько тут все учитано. Ну, самолетик изи. Ну, как? На корабль... Вот на вот этом уже посложнее. Ну что это? Самое сложное это вот момент там, где переворачивается, естественно. Что переворачивается, не переворачивается. Ну, когда тут происходит такая анархия, в любом случае будет сложно мне. Мне это все на компе еще проходить. То есть заново весь этот хаос. Чаунтленд на видео или на стриме, скорее на стриме. Прикиньте. Чего? Вы видели, как я умер? Я у меня само по себе прыгнулось. Вы были свидетелями, вы видели, вы должны были видеть. У меня само по себе прыгнулось, черт.
Не беси меня. Что-что, но чтобы само прыгалось, или вот это вот что было? Что это было? Ну что это было? Я тебе еще дизлайк левел поставлю. Хоть ты прикольный, классный. Но ё-моё, увидели это. Он второй раз просто так прыгнул. Я до этого момента еле-еле дохожу. Меня тоже аж бесит. Ну ё-моё, нормально играю, нормально специально. Все классно вообще. И вот такое. Ну, сейчас опять, походу, это будет. Круто. Чего? А сейчас как умер? Ну сейчас, например, я понял, как я умер там. Левел полон сюрпризов. Чё, как я умер? Есть момент, где все сложно и все непонятно. Перекликал. Так когда это видео загрузится, оно очень долго загружается. Ну ладно. Оно, короче, всю ночь, прикиньте, грузилось. Типа я его сняла, потом на ночь сняла, оно всю ночь, короче, грузилось, сейчас грузится. Это я надо было и долго грузиться. На орб забыл нажать. Запомните, кстати, это видео снимаю 17 августа. Я его когда сниму, я его сразу выложу после этого видео, когда оно загрузится. Возможно, оно выйдет вообще завтра. Столько будет долго грузиться. Может, послезавтра. Что-то вот с экрана записи долго. YouTube грузит. Не знаю почему, но ладно. Может, там график будет хороший, я не знаю. Может, просто так. Но в любом случае, это поудобнее.
А, я подумал, что еще тарелка будет. Как я не запомнил. Я не понимаю, там опять спам-челлендж надо, то есть вот прям вот, ну, заканчивается вот эта стрелка там в портал, надо стрелка залететь в портал, там прям надо вообще прям дикую анархию устроить по кликам. Не знаю, кажется, фиговая идея, но, блин, по-другому я подыхаю постоянно. Не хочется, по крайней мере. Все, поплыл. Это то, что слишком сложный уровень, я еще прифигел. Конечно же, я сдох на фигне. Ненавижу этот момент порылый, как я, вот как я сейчас умер. Вот, ну, можно было бы сделать так, то, что типа я тут не умер, и вот продолжу нормально играть. Блин, баг на уровень. Если это как-нибудь. Я по-любому уверен, меня это как-нибудь выбесит, и дизлайк поставлю, меня бесит. Он ничего не даст, но это я лучше, чем ничего не ставить или поставить лайк. В таком случае. Хотя бы какое-то облегчение будет. Мразь, так еще попробуй. Спасибо, что не попробовала, мразь. Блин, это сложный момент. Ладно, опять в практику пойду. Я там все позабыл. Ага, я понял уже. Вот тут вообще с этого момента ничего не понимаю. Я же там вроде говорил, типа, вот так вот, вот так вот, потом вот так вот, потом вот так вот. Ага. Я понял. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Один клик. Круто, самоубийство получилось в итоге. Надо делать на автомате. Блин, запутался. Вот этот момент, там, где еще умер, не очень легкий. Ага, там тайминг на лобби, точно. То есть, вот так. Да чё?
знакомое место. Да куда? Да блин. Нет. Это очень сложно. Так, ну я могу дойти до 75%, особо, ну как бы страдая. А дальше идут дуалы, которые не знаю, как проходить. Понял, это ладно, надо потренировать дуалы. Иначе я пока считаю этот уровень для меня вообще невозможным и непроходимым. Тупо из-за дуэтов, дуалов и т.д. Короче, надежда есть какая-то маленькая. Ладно. Ну, все позабывал. Как все быстро. Ой, серьезно.
Я потом летающая тарелка. Самый сложный момент прошел. Я переволновался. Капоклизм, за что? Это предпоследний уровень? Предпоследний, не последний. Ладно. Уже почти конец. Самый сложный момент. Дуалы пройдены. На них сейчас только страдать буду. Ах ты. Ладно. Ну, короче, тренировки не зря были. Кстати, меня кое-что заинтересовало. Сейчас. Во-первых, ты. Сейчас. Сколько у меня тут уже попыток? Хорошо. И сколько у меня тут попыток сейчас? Не, ну, мне тут не интересно. Тут. А, понимаю. То есть тут уже больше, ладно. Сколько короткое время, тут уже больше попыток. Куда? Не понимаю, почему тут сразу два раза кликаю. Реально, я там в таком месте слился на стрелочке. Это легкое место было. Всего сложное было уже позади. Я мог пройти. Я просто реально переволновался. Ай, фигня.
Нет, черт, черт. Я думала прыгнуть, не прыгнуть, прыгнуть, не прыгнуть на тарелке. В итоге я почему-то из кубик прыгну. Я нажал. Ну, зажал. Ладно. Ну, в смысле? Ну, если бы я не нажал второй раз, я бы сдох. Если бы я нажал вот так вот два раза... Чего? Я не понял. Походу опять будет целый час страданий в как на уровне капоклизм. Я нажал, ты мразь тупая, в смысле? Ну ты чё, шар тупой, ну я нажал, ты фигня не переместился, ну и сдох. Как это работает? Начинай, я понял, как я умер. Я специально понимаю то, что тут сейчас надо, ну как бы, ну... Я вообще все запомнил, почти, может что-то я не помню. Но как будто это там я еще было, помню. Я знал, что надо делать. И в итоге шара вообще меня не послушал. Странно, какой-то шар решил самоубиться. Ну да ладно. Так и знал, что еще где-то тут сдохну. Плюс я видел, как я уже умираю. Я не знаю, как тут пролететь на маленьком кораблике. Это слишком сложно. Ведь я мог уже давно пройти это. Я еще буду на дуалах на этом маленьком кораблике подыхать в других местах.
Конечно, про что я и говорил. Ни капельки не удивлен. Я бы с удовольствием проголосовал за Insane или за Изи Демон, но, увы, тут нельзя голосовать. Что довольно грустно. Ну хотя бы Insane, ну никакой это не хардер. Обманули. Тут уровень вообще на хард тянет. Или на нормал. Вообще со сложностями проблемы. Очень часто. Частенько в это захожу на какой-то изи левел, он нифига не изи. То есть изи левел дай нубу, он его фиг пройдет. Потому что он вообще кардец какой-то. Куда? Ну ты куда? Я не говорил тебе лететь вверх. Только что еще не кликнулось. Ну что это за говно-то, а? Шар не ослушался нафиг. Этот куб тоже. Самолет тоже. Что дальше? Стрелочка? Под конец? Да, это будет полная бомбежка. Я не понимаю, всегда в самом начале вот тарелка сразу кликаю два раза. И то я подыхаю, и то я не подыхаю. Определитесь уже. Как я сейчас умер? Почему мне резко нафиг все вниз? Как? Вот как я сейчас умер? Почему ты, мразь, вниз полетела? Ты вот так фигово вверх летишь и со скоростью света вниз. И вот ненавижу больше всего здесь, это маленький кораблик. Вот все, что здесь существует, все вот эти вот стрелочка, все. Я вот больше всего здесь ненавижу маленький кораблик, потому что у него физика ломается к чертям собачьим. Остальное маленькое, вроде нормальное. Стрелка еще какая-то бешеная становится, ладно. Как бы кораблик вообще странный, я до сих пор не понял, как он маленьким работает. Если бы я кликнул один раз, я бы сдох. Я кликнул два раза, чтобы не сдох, но я все равно сдох. Безвыходная ситуация в Geometry Dash.
Меня бесит, почему тут нельзя проголосовать за словники? Везде можно почти, а где-то в каких-то левелах нельзя. Почему тут явно сразу понятно, что это инсейн? Никакой это не хардер. Какой даун проголосовал за хардер? Инсейн. Если не демон, ну ладно. Хотя бы инсейн. Что это было? Что с корабликами, я не понимаю. Есть как бы логика двойных корабликов. Они перепутываются, и вообще говно какое-то. Ты кликаешь, они, не знаю, в рандомные стороны, и вообще дрожат еще неуправляемо нафиг. Да, реально, вот хардер уровни, вот... Я много хардеров уровней видел. Хардер левелы, они в 100 раз легче. Это инсейн. Ну реально. Реально не понимаю логику. Это хардер. Хардеры намного легче. Вот, допустим, в том самом оригинальном уровне в Last Processing Easy Harder. Вообще. И вот этот хардер. Окей. Инсейн, допустим. Цен сложнее, поэтому я считаю, что это должен быть уровень инсейн. Но опять же, Finger Dash или X-Step, они инсейн, но они тоже изи. Я не понимаю, что со сложностями даже в оригинальных левелах. Не говоря уже, ну тут тоже. Я не знаю, тут должен быть инсейн. Я опять же Finger Dash, то же самое, или X-Step, ё-моё. Ладно. То есть Finger Dash и X-Step должны быть хардерами, а вот это инсейн. То есть два оригинальных уровня должно быть инсейн. Ой, да блин. Хардер, уже заговариваюсь. А вот этот инсейн, который я сейчас покажу. Чё, в смысле, вы это видели? Они не посерединке вот эти вот оба летели, а, короче, верхний, он как-то очень странно. Короче, они как-то странно летели. Опять. Что за дичь, я не понимаю. Можно сказать, сейчас пытаюсь пройти этот уровень. Возможно, я бы давно его прошел. Что я был так близок. Как я сейчас умер, я не понял. Я превратился, типа, ну, зашел в портал, и все. То есть, я не должен был умирать, как я умер.
Не нажалась. Любой это видел. Что? Я умер. Я нажал на орб, и я почему-то умер. Смертельный орб. Куда я полетел? Не понял, ладно. И не сразу два раза кликнул, спустя время. Почему я умер? Я всегда так делал. Ну так уж точно. Не мог я умереть. Как? Я зашел в портал, и я умер. Портал убийца. Портал убийцы. Не понимаю, я не могу так пройти этот уровень, если портал меня будет убивать. Любой левел не смогу так пройти. Весь портал. Что они меня будут убивать? Это слишком жестко. Я не вижу этот момент, я нажимаю на орб, и в итоге я умираю, меня это бесит. Как? Например, сейчас я и как умер.
Нифига себе. Не понимаю, почему телефон не нажимается? Ты, мразь, ну ты тупая, телефон, ты вообще ничего в этой жизни не можешь, ё-моё. Почему телефоны такие тупые, ё-моё? Или бы они, ну, не то что умные, а нормальные. Почему телефоны сюда вообще? Такие. Как я умер? Я даже не понял, что произошло. Сейчас должен был назвать на два синих орба. Я нажал на один орб, собираюсь нажать на второй орб, например, оттуда. Я нажимаю почти на них всегда, одновременно, всегда одно и то же дело. Чего? Что это еще, например, было? Что с корабликами? Не понимаю. Что с ними? Ни один, чуть ли не один клик делал маленький.
Как бы чтобы нормально все было, они все перекосячиваются и умирают. Почему не кликается? Я нажимаю, ты, мразь, не летишь. Ну и мне тогда в жопу нафиг нужно кораблик мелкий. Кто вообще, куда он придумал? Зачем он существует? У него физики нету. Когда все не так странно работают, то я нажимаю, они должны лететь посередине. Да нет же это не. Как? Как они сейчас сдохли? Сейчас было с корабликом. Нереально интересно, почему у них такая физика ужасная. Мне кажется, ее либо нету, либо у них, либо это слово еще физикой не назвать. Но явно не так все должно быть. Если уж и делать маленький корабль, нет, с ним что-то сделали не то, это теперь не корабль. Это корпус. Никогда не покупайте Honor. Ладно, нафиг. Как?
портал убийцы. Я не понимаю. Я попробую с прямой спиной прийти. Я не понимаю. Если это сенсор на телефоне при касании, вам происходить клик нажиматься. Почему сейчас ничего не произошло? Это значит, нас обманули? Thank you.
бомбит. Кстати, у нас пол мягкий, кое-где можно убить. Это я свою руку, так сказать, уронил. Теперь есть рука. Ну, как бы я ее держу. Теперь есть рука. Рука держит телефон. Я по приколу решил мне двумя руками держать телефон. Одной, ну, уж когда умер. И, типа, в итоге я уронил, так сказать, свою руку. И вот такой вот шум был. Можно, короче, бить полом, у меня мягкий почему-то. Ну куда ты улетаешь? Меня до сих пор не загрузилось, настолько все ужасно.
кораблики, вот эти вот маленькие раздвоения. Говна, говно. Нафиг этот уровень, он бесит с маленькими корабликами, они полное говно. Когда они становятся двойными, это ужас. Это не хардер, поэтому я не буду это проходить. То есть, типа, оно было, и не знаю. Типа, ну это инсейн или изи демон. Тут написано хардер. Ну, проходить свой хардер. Вот было написано инсейн, ладно. Плюс эти маленькие кораблики, я их ненавижу. Понимаю. Не знаю, чего он сразу не открылся. Убил эту мразь. Эту мразь не убил, ну ладно.